Безъядерный мир – глобальная миссия Казахстана. Жители востока страны горячо поддерживают в этом направлении президента республики. Для населения региона манифест «Мир 21 век» имеет особое значение. Для них борьба с атомным оружием – не просто слова. В области 42 года длились ядерные испытания. Прогремело около 500 подземных и наземных взрывов. Только по официальным данным пострадали больше 1,5 миллиона человек. И то, что Казахстан первым на Земле отказался от имеющегося атомного оружия, это пример для всех стран. А сам манифест – призыв ко всему мировому сообществу, отмечает усть-каменогорцы. Я думаю, что его трудно переоценить, этот документ, потому что он призывает именно к ликвидации этого оружия массового уничтожения. Потому что уже есть примеры. Это бомбы, которые были первые сброшены на Хиросиме, и второе – это на Симпалатинском полигоне. И то, что какой нанесен огромный был ущерб, значит, это наглядно все уже показано, эта история подтвердила.